Слышат голос, узнают. Гошка, между прочим, лучше всех понимает. Всегда бежит. Вот, красавчик. Свою семью ведет скорее к кормушке. К кормушке, видели как? Ему только крикни, Тега, и все. О, красавчики какие. Ну-ка, пойдемте тех посмотрим. Линдочки, Линдочки. А холмогорики-то что-то беспокоятся, беспокоятся. Сейчас к вам придут, сейчас, мои красавчики, сейчас. А там пусто у них все? Ну еще маленько дай. Куриного им дал, урежь. Ну, я поняла. Дай маленько еще. Видишь, как они ждут тебя? Маленький мой, хорошенький, хороший. Сейчас они прогонят Линдочек. Нет, подождите, подождите. Вы наелись, вы самые первые ели. Ой, горластые вы мои красавчики, а. Вы же самые первые поели. Ждите, сейчас Линдочки поедят, а то они сейчас их снесут сразу же, этих Линдочек. Линдочки, вон они. В самую последнюю очередь получили еду. А вы самые первые, да. Да, а что возмущаетесь? Не возмущайтесь даже. Ешьте, вам вон добавки дали. Вы же у нас вон какие крепкие. Так что ешьте, давайте, ешьте. Сейчас Линдочки поедят и откроем. Ну, что теперь? Как едят, так и едят. А ты что-то сегодня здесь их, а вчера там покормил. Нет, ты поставил, чтобы ты видела там. Ну-ка, а что там Гошка у нас? Гошка уже все управился. А Гошка всегда сразу бежит. Я только крикну, вчера морковку несла. Я только крикнула Тега, и он сразу примчался. Тега, 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 Тега. Тегоньки, Тегоньки. Тега, Тега, Тегоньки. У гусей завтрак. Сегодня утро ясное. Всю ночь дождь лил. Наверное, наше лето кончилось. Слышите, как петухи ту песни поют? Сейчас мы послушаем. Наши петушки. Вот он, Петенька. Один, второй и третий. Вон какие. Красавчики растут, потихоньку растут.
Драться перестали. Стали такие серьезные. А из молодых петухов 4 петуха драчуна. Но пока они между собой только дерутся, посмотрим, если будут курочек обижать. Тоже надо будет отселять. Но вообще они не обижают курочек. Там у них тишина. Там, где курочки живут с молодыми петухами. Вот наш дуб какой хороший, большой. А березы уже желтые, все. Рябины в этом году не было, ягоды. Вон на ветках несколько там кисточек висят, и все. И она как-то быстро облетела, рябина. Рябина это вот это вот. Как-то быстро голо стало. Сентябрь ведь еще. Черемуха вообще лысая стоит. Вон, видите как. Ну, мы ее черемуху в этом году прям отрезали со всех сторон. У нее ветки уже вниз растут. А вон там посадили свежую молодую черемушку. Сколько листвы. Видели, как серый гусь бегает? О, капиталисты гоняют всех. Как они узнают, что они чужие? Ну, ведь одинаковые белые, да? Нет, ведь они их узнают и из своего стада выгоняют. А у капиталистов где-то еще одна потерялась, беленькая. Ой. Скоро большие будут маленьких гонять вовсю. О, видели?
маленькие, все вас гоняют, а? Мои симпапулечки. Гошка купается. А холмогорики подошли. Тегоньки, тега. Тегушки маленькие мои. Да, обижают вас. Обижают все, да, да. Мои хорошие. Ох, они. И линдочки хотят купаться. Ну что, вам помочь? А? Вам помочь? Не пускают. Ну. Ha ha ha.